Вечір, дорогі мої. Ево, дійшли смо на вечеру і вечерас чу вам приказать, що чому ми їсти дано з того ресторану на Монтьявері. Ево, га, почнемо. Я имам рижу с туном. Имам фришку салату. От краставца купуса и там ешь мясичини яблоко нутра ел, да? И мама драженси наручил тестинину с атуном. Има он юхицу вырлуфину, о кое чу вам с молока с ней спричить, как вы это чудо. И овото у них и традициональные десерты, богами с отвечной сечем назова. Пини. Пирини той имам я, то я ово, ово е, и пирини, то нихово мальдивский десерт. А дражен има некий другий десерт назов. То. Але то, не смо мы ешь пробовали, але то мне яко личи на одну отверста пудинга. Ерту пудинги я не обожаю, с каким обликом их припрему, и мы ведь искренно речи попиздили от пудинга. Али паксмо на Мальдивам, по я желем пробовать све. Наравно. Так, да, я вас так будем... Ага, заборавила сам. Что сам хотела речь о юхе? Юхица, люди, юхица это нечто фасцинантно. Ер, та и юха, в принципе, от пилетины, не? Да. То и крем юх от пилетина, то не сам нигде вообще пробовала. То и не что, что смо пробовала сад первый путь, по первый путь. И были смо мало скептичные ради того. Але ютюб смо ю первый путь пробовали, вога заправо. И были смо фасцинированы, только это фино. Только то и крема, то значит, я не знаю, то из бленда на пилете, на ешь некак вид додатки еду там, значит, и ниховые вальда, те некак вид, как все то зови, зачины, не? Значит, то, в общем, не личи на пилете, но то и не что кремосто, то и не что густо, то и не что яко страшно фино. Значит, я самодушевлена, и люди, ако будете в прилике, ако будете на Мальдивах, ако будете в прилике, обовязно вам бы советовала да пробовать ту юху. Ер такую юху сигурно, у хорватской сигурно не стояли, а и мы смо пропутовали доста, и не смо ешь налетели на нечто такшного. Так, да, эво. Здесь вещь меня охладила, идем я есть, напокон целый день сам гладно. За сад объявляемся. Видимося. Чао-чао.